Так, уважаемые господа, получил обновку на почте. Значит, сейчас немножко про нее расскажу сразу, чтобы надалеко не откладывать. Значит, что с Алиэкспресса заказал следующий приклад. Вот это копия, я не знаю, как правильно, LUTARM, по-моему, произносится. Вот. Стоит он там в районе примерно 3, наверное, тысяч рублей где-то, может чуть побольше, там 3-300, по-моему. Вот. А оригинальный данный приклад стоит, даже боюсь соврать, ну, больше 10 тысяч где-то. Вот. Ну и, соответственно, плюс его как-то еще надо привезти. Вот. Приклад, значит, пришел, ну, стандартный пленка сверху почтовая, плюс хорошо упакованную пупырку. Вот. Для чего его выбрал, да? Ну, как бы попробовать было желание именно эту модель. Вот, ну, на оригинал я еще не зарабатываю, к сожалению. Ну вот, что здесь есть хорошего? Соответственно, это приклад для, ну, типа снайперских винтовок там всяких различных. Ну, именно он должен подходить для стрельбы на далеко. Вот, то есть он должен быть вот именно для удобства стрелка, там лежа, со стола, соответственно, да. Что здесь есть интересного, да? Ну вот есть красная антапка под быстросъемная, да. Это первое, что тут бросается в глаза. Также здесь есть регулируемая щека. То есть, да, можно отрегулировать под прицел. Также здесь можно отрегулировать, соответственно, выдвигается задник, тыльник, да. Здесь еще этот тыльник можно сделать саму, как это называется точно, не помню, то есть чуть выше, чуть ниже, допустим, для удобной вкладки в основном лежа подбирается, ну, в принципе, сидя тоже. Вот. И также здесь есть, значит, видим у нас рельсу, вивер, по-моему, это правильно называется, да, для того, чтобы здесь можно было какой-либо упор съемный закрепить, то есть стрелять не с мешков, а, допустим, с сошек и с заднего упора. Вот, в принципе, пластик здесь достаточно очень сильно неплохой. Вот, крепится она, данная модель приклада, она выполнена под карабинную трубу от R15. Значит, у, ну, производителя было заявлено, что труба должна быть милспек. Ну, насколько милспек, домой приеду, посмотрю. Посмотрим там, что там, да как сделали товарищи китайцы. Вот, ну, из того, что как бы вот я сейчас, первое впечатление, достаточно качественный пластмасс. Неплохо сделано все. Вот. Перед, почему я купил именно эту модель? Значит, соответственно, перед тем, как выбрать приклад себе данный, почитал отзывы. Именно там мне было несколько отзывов от американцев, которые ставили все это дело на огнестрел. Ну, отзывы, в принципе, были неплохие, поэтому решил попробовать. Ну, по ощущениям, вещь качественно сделана. Ну, как всегда здесь у китайцев, я бы рекомендовал протянуть все винты. Ну и вообще у тех же, допустим, вот Fab Defense мне были от вибрации, откручивались, ну, соответственно, при выстреле откручивались винтики мелкие. Вот, пришлось потом это все дело сажать на герметик, на синенький. Вот, больше там ничего не откручивается. Поэтому я бы, вот, кто-то, если будет заказывать, первое, что бы я, ну, вот сделаю здесь, соответственно, это все вот эти соединения, винтики, посмотреть нужно. Если нет под них герметика, бывает, что закладывают герметик, уже какой-то резьбовой, посадить это все дело на синий герметик, чтобы можно было открутить, если что. А, также еще, значит, из опции этого приклада здесь у нас вот есть, соответственно, ключик шестигранный, такой шестигранничек, вот. Ну, что как бы
достаточно удобно. В полевых условиях, я думаю, буду. Ну, как он там держится, посмотрим. Так что как-то вот так вот. Значит, следующее видео будет про этот приклад, про его установку и эксплуатацию. Возможно, все вместе. Значит, отметим его все плюсы и минусы. И, соответственно, смогу уже сказать, можно рекомендовать к покупке и установке данный девайс или нет. Вот. Будете учиться на моих ошибках, если что. Вот. Ну, собственно, пока на этом пока все. Всем удачи. Ждите новых видео. Всем пока.